Всем здравствуйте! Екатерина Волкова впервые показала, как выглядит новорожденный ребенок и ее дочери. Актриса стала бабушкой меньше месяца назад, рассказав, что роды были партнерскими. В качестве партнера Валерии выступила сама артистка. Она призналась, что ее переполняют эмоции, и по ощущениям, родить самой было намного легче. В публикации, посвященной рождению младенца, Волкова не стала рассекречивать его пол и имя. Она написала, что наслаждается ролью бабули, и старается каждую свободную минутку уделить малышу и дочери. «Могу сказать, быть бабушкой, невероятные чувства и эмоции нежности и любви, до слез», — отметила Екатерина. В комментариях же к фото актриса ответила на вопросы читателя и сообщила, что держит на руках внука, а зовут его Тимофей. Напомним, что о пополнении в семье Екатерина Волкова сообщила в конце января. При этом автор не уточнила, что мамой станет не она, а ее дочь, и тем самым спровоцировала слухи о своей беременности. У Волковой, напомним, трое детей. Старшая Валерия родилась в первом браке, когда Екатерина еще жила в Тольятти. В 2006-м у артистки ее третьего супруга Эдуарда Лимонова на свет появился сын Богдан, а через 2 года она снова стала мамой. Младшая дочь Александра родилась после развода с Лимоновым. В 78-й день рождения экс-супруга, который покинул мир от рака 17 марта 2020-го, Екатерина почтила его память, опубликовав редкое архивное фото писателя с его детьми. «Теперь от тебя остались прекрасные книги, стихи и 2 подростка, которые смотрят на меня твоими глазами и постоянно спорят твоим характером», — написала экс-жена Лимонова. Волкова регулярно вспоминает бывшего мужа, бережно относясь к его памяти. При этом она редко рассказывает о личной жизни. Она опровергла, что первый муж Алексей был бандитом, но призналась, что он поднимал на нее руку. Также звезда сериалов рассказала о других своих романах. Волкова встречалась с Эдуардом Бояковым, а ее третьим спутником стал продюсер Сергей Члианц. Высказалась она и по поводу отношений с Александром Абдуловым. «Он мне симпатизировал, скорее. Он меня увидел и захотел чем-то угостить. Говорит, выбирайте, что хотите, я заплачу. Я отказалась, сказала, что могу сама за себя заплатить. Но когда достала кошелек, мне сказали, что уже все оплачено», — поделилась актриса. Она добавила, что однажды даже поехала с Абдуловым в США. «Он был человек-оркестр, за ним постоянно ездили друзья, они играли в эти карты бесконечно. Разменяют $100 по одному и играют как бы на интерес. Потом мы приехали в Лас-Вегас, остановились там на 2-3 дня. Я вообще не игрок в этом смысле, я человек азартный, проиграла свои $10 и все», — вспомнила Волкова, отметив, что, как и многие, была влюблена в Александра Гавриловича, но не пересекала черту дозволенного. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.